Мы едем на автобусе. Я только автобус использую. Только в Лас-Вегасе. Хотела встать на лестницу, такая встала, мы на втором этаже. Только такая встала на лестнице, такая водитель говорит, нельзя настоять на лестнице, увидел меня. 100 лет на езде, это, короче, 3-я поездка моя за 15 лет на автобусе. Хотели взять тур на автобусе открытым по городу. У нас времени не даст. О, блин, вон где Сизар, еще можно погулять обязательно. Красиво. Здесь мы вчера пешком ходили. Как хорошо, что все уже открывается потихонечку. Один ресторан, второй, шоу начинает открывать. Все, мы уже потихонечку идем к нормальной жизни, как бы обратно к нормам, как говорится. Сейчас будем останавливаться везде. Сейчас гляну с той стороны, что есть. Это Мираж гостиница, мы тоже вчера здесь ходили. Мы смотрели вот здесь этот вулкан. Вулкан, шоу было ночное, очень красивое. Сейчас посмотрю, есть ли там следующий казино. Есть шоу, пиратское шоу. Вот как красиво. Столько в Лас-Вегасе водопадиков сделано искусственных. Очень много. Здесь это сейчас март. Тепло серое. Ну, как смотри, здесь, конечно, они ходят одеты. Мне прям жарко. Обычно мы сюда приезжаем в августе. Жарище, невыносимое. Вот 50 градусов. Поэтому здесь очень много фонтанов. Очень много водопадиков. Говорят здесь на двух языках. Английский и Мексика. Вот здесь хорошее шоу тоже на реке. Вот на этом корабле. Пиратское шоу. Интересное. Надо будет пройти сюда вечером. Не так. Ну, в принципе, пару отелей надо ходить. О, мой любимый Мэйсис магазин здесь. Вот сейчас смотрите, я сейчас... Ух ты, какая трясогузка! Уху! Трясется как. Вот смотри сейчас, какая будет разница. Мы стоим где в центре, это самое как бы популярное место, и отели дорогие там, и все более такой фэнси, как бы лучше. Чуть подальше уже подешевле, потому что до центра идти далеко. Смотрите, уже будет сейчас как все, пальмочки похуже, меньше таких декораций, меньше украшено все. Так, вот здесь даже какая гостиница, не вижу. Здесь новостройки. Кстати, строят вот это место. Я 3 года назад здесь была, мы ехали здесь. Что здесь изменилось, только заборчик вот этот поставили коричневый. Видно, заморожена была стройка. Смотрите сзади, горы какие. Это холмы такие, горы. Я не думаю, что горы какие-то холмы, может, горы. Я бы не хотела здесь стоять, видеть со своего окна вот такие страшилки. Здесь все разговаривают. Мы сейчас были в ресторане. Девушка такая нас спросила, а у нас зарезервировано было место. Она спросила, сколько нас человек, впервые такая берет, такой через микрофончик по-мексикански разговаривает со своими. В этой стороне, конечно, больше мексиканцев. И здесь хорошо бы знать спэниш, мексиканский, то тогда у тебя проблем не будет с поиском работы. Смотрите, такое здание, прям как золотистое все. Разрастается. Что здесь интересно будет? Пока какие трубы просто лежат.
Ну, а стройка, это новый гостиница, это старый гостиница, они ее ремоделируют. Или новые, кстати. Ощущение, что ремоделируют полностью. Хилтон, это Хилтон, да, точно ремоделируют. Ехать надо, останавливаться на каждой остановочке. Остановочки очень коротенькие. Вот это вот цирк называется гостиница. Очень старая, очень много фильмов в этой гостинице снималось. Очень давно. А сейчас куда мы едем? Там снимались самые старые видео, где снимались Мэрилин Монро, и старый артист Элвис Пресли, где снимался, вот здесь, по-моему, он тоже снимался, в этом Элвис Пресли. Здесь уже такое все оттертенько немножко, дороги не очень супер, трясогузки. Такая, да? Вот он, вот и слушал. А вот это не гостиница. Здесь люди живут, это кондоминиум. Здесь люди живут. Вон там рыженькое, коричневое вот это рыженькое, коричневое здание. Да, это кондоминиум, здесь люди живут. Здесь вот ухоженное, конечно, все. Кстати, не знаю, как здесь дорого, но... Очень интересный цвет такой приятный, красивый внутри, все секьюрити, Grand Vacation Club. Я такая думаю, баня Турико, здесь где-то нет, так мне показалось, издалека это парк. А здесь какое-то шоу, по-моему, ой, футбол, и что-то здесь, что-то какое-то шоу делают. Не помню, мне же Масси говорил, не помню. Стратосфера, популярная очень. Да, ресторан, помнишь, что мы во Флориде, так по кругу шло, кто-то, который водит отсюда. Да, а он здесь есть, тоже, как кругу по Флориде. Прикол, детки. Ой, все, слушайте, короче, я вообще стояла в автобусе. По моему видео можно видеть, что я стояла, звук там что-то снимала. И впереди, вот я сейчас сижу, 4 места освободили, семья сидела. И мы такие, ой, мы туда пойдем. Сам впереди, прямо по флакам, мы сейчас сидим, супер место. Ну и все, а сзади женщина сидит такая, рванула сюда, здесь мы такие ей, сори. Типа, шук ее локтем, сядь назад. Да-да, кто опоздал, тот не успел. Мы первые стоим в очереди. Только мы такие можем. Американцы сказали, вы хотите, давай сидите, с нами это не работает. Вот на этой улице очень много, где можно жениться. Здесь написано Элвис Вейдинг, здесь можно жениться. А там тебя расписывать будет Элвис Пресли. Это как прикол. Мы когда с Гарри поженились, и мой такой звонит брат, ай, брат у него язва такая, желудка еще там. Такой говорит, мы со Светой поженились в Лас-Вегасе. Он такой, ты небось был в костюме Элвис Пресли. Он такой говорит, блин, он даже скинерат, он еще недавно посмеялся. Так, мы вот сюда сейчас идем, да. А видишь, еще есть сюда дорога. Какие стоят кабаре. Посмотрите, видите, кактусы у нас стоят. Кактусы. А я бы увидел. Девки, смотрите, кактусы натуральные связали, чтобы они не развалились. Страшилка. А мне нравится. Но мне так нравится. Я знаю. У меня же фотографии есть. У меня же ханимун был. В Лос-Анджелес у меня был Аризон с кактусами. Представляете? О, я не могу, у меня же на сердце вот так вот замирать. Я вижу вот эти горы.
Ой, не могу, обожаю. Я прям обожаю. Мне аж прям вот сердце дребезжит, как у кролика. Мне, знаете, что больше всего понравилось? Я прям просила, не могу забыть. Это черпая. Ой, не могу прям. Ой, смотри, ну что, чем не наш Вашингтон? То же самое, смотри, такие же здания низкие. А здесь пальмы нет на этой улице, смотри. Нет, на этой улице, я имею в виду, где я еду. Вот мы едем сейчас. Деревья обычные. Да, вот именно такое все. Да-да-да, вот именно Вашингтон у нас вот так вот было. Маленечко деревьев, ой, обожаю прям. Сердце трепещится. Прям на двух языках, 100%. А мы сейчас выйдем, мы в Дантон прям выйдем. На Крым. Мы на первой остановке выйдем. Там вот до остановки выйдем, Наташа. Так, вот это самая популярная старая гостиница Golden Nugget. Здесь снимались популярные звезды. Элвис Пресли. Как ее, господи, Марлин Монро. Это Франк Синатра. Что, пойдем сейчас в самую глубь старого казино. Ну, здесь, конечно, вечером очень опасненько. Мы один раз едем на автобусе. И, ну, мой любитель же поговорить. И такой спрашивает, ну, как здесь? Я уже давно не был в старом городе, здесь, в Петербурге. Он говорит, да, ничего, нормально. А он говорит, спрашивает, ну, как насчет криминала? Он такой, ну, вот вчера мы ехали, а у нас одного водителя пристрелили. Просто мужик на остановке автобус высаживал людей. А мужик просто дошел, взял и стрельнул. Водитель убил. Все запросто так. Вот это вот старый Лас-Вегас. Как называется здесь? Даунтаун Лас-Вегас. Здесь зиплайн. Вот здесь люди летать будут. Я думаю, вообще будут летать. Красиво. Знаете, наверное, классно. Давай. Бар на улице прям. Здесь люди вот из кукурузных, вот из пальмовых, вот обрезают что? Делают украшения. Ух, и везде водички, прям сил нет. Примом стрит, ой, водички, конечно. Надо же, как здесь у вас все это курит. Прям курит. Вон здесь все, какие красотки. Перед тем, как заходишь в ресторан, вот это весы, прикол, что нас зависит. Смотри, мужчина встал, он весит 220, 231 фаунд, 2, 3, больше, больше, больше прибавляется. Ну, ой. Ну, сколько я вешу, так не замешу. I'm going, I'm a... Oh, man is 13. Yeah. Сейчас, кстати, сколько я вешу. Ой, отсвечивать не вижу. 166, да? 166, девочки. Я вешу 166.
Смотрите, это живой, я думаю, человек. Точно, я же говорю, живой. Вау, сидит как замороженный.